Как выбрать платье-рубашку по типу фигуры? Платья-рубашки стиль оверсайз в моде уже не первый сезон. Весна-лето 23-го не исключение. Для каждой фигуры есть свой идеальный вариант, который скроет лишние сантиметры и создаст точеный силуэт. Тип фигуры груша. У груш объемные бедра, но тонкие ноги и запястья. Первое маскируем, а второе показываем во всей красе. Для этого примеряем однотонное темное платье свободного силуэта. Обозначаем талию ремнем в тон. Визуально вытянуть фигуру и спрятать бедра поможет вертикальный принт. Можно выбрать платье мини, чтобы показать красивые ноги и засучить рукава. Предлагаю подобрать чуть массивную обувь, например, кеды на платформе, либо ботинки, чтобы она соотносилась с широкими бедрами. Тип фигуры прямоугольник. Создаем плавные изгибы и женственный силуэт на прямоугольной фигуре с помощью асимметричного подола, фигурного низа и модели с чуть расклешенным кроем. Носим их с поясом в тон, чтобы обозначить талию. Поверх оверсайз рубашки можно надеть трендовый топ-бра, тогда получим привлекательный силуэт песочных часов. Поддержать женственный аутфит помогут высокие сапоги-трубы, босоножки на платформе, туфли-лодочки или модели на блочном каблуке. Тип фигуры яблоко. У девушек яблок может быть несколько лишних сантиметров в области живота. Можно их скрыть, выбрав свободное платье-рубашку и накинув сверху прямой жилет. Или же выделить зону талии поясом и вытянуть фигуру платьем в вертикальную полоску. Ширина полосок не должна быть слишком мелкой или крупной. В обоих случаях мы получим эффект точеной фигуры, особенно с тонкими ногами и руками яблок. Более статный образ получится с обувью на танкетке или каблуке, эспадрильями, туфлями, казаками. Тип фигуры песочные часы. Девушки с фигурой песочные часы могут ни в чем себе не ограничивать. Единственное, не стоит выбирать платье с чересчур объемными элементами, рукавами или подолом, чтобы не нарушить гармоничные пропорции. Прекрасно подчеркнет соблазнительные изгибы сужающейся талии платья. Для более эффектного образа можно добавить пояс-корсет или ремень с цепью. Фигуру не испортит даже свитер в горизонтальную полоску. Собираем стильное сочетание, добавив сапоги с острым мысом и маленькую сумочку длиной до талии. Тип фигуры – перевернутый треугольник. У перевернутого треугольника широкие плечи и узкие бедра, поэтому для этой фигуры лучше всего подойдет платье-рубашка с расклешенным подолом или широкие модели. Можно выбрать мини и сочетать с изящными босоножками, никто не заметит массивный верх. Если платье ниже колен, расстегните несколько нижних пуговиц и миксуйте его с высокими сапогами. Эффектный образ на множество случаев готов. Где купить платье-рубашку? Платье длины миди с принтом «Зебра» можно приобрести в магазине «La République». Цена 5600 рублей. Платье-рубашка из денима, магазин «Зарина». Стоимость 4000 рублей. Тот же бренд, принт «Зебра». Цена 3600 рублей. Короткое платье зеленого цвета, которое внесет приятное разнообразие в ваш офисный гардероб, магазин «Be Free». Цена 1200 рублей. Есть, кстати, данное платье и в черном цвете. Оригинальное платье в клетку, длина миди, тот же бренд Be Free, цена со скидкой всего 800 рублей. Данную модель можно носить как самостоятельно, так и с брюками или джинсами. Черное платье-рубашка, длина мини, бренд Lime, цена 5000 рублей. Платье рубашечного кроя синего цвета, бренд MK, цена 15000 рублей.